Так, пока в оставшейся части цеха идет разборка, здесь мы видим, есть заготовки для мебели, есть старая мебель разобранная, есть ДСП, много поддонов, дверей, досок. Вот целое помещение завалено фанерой, досками. Прекрасные дрова. Ящик, по-моему, оружейный ящик или что-то, тут какой-то прибор, возможно, был. Интересно. На подвесе. То есть там в середине изделие крепится, оно на подвесе и в жесткой обрешетке. Есть немножко бруса строительного. Ну да, как раз то, что искали. Поддоны, вот материал. Тут и лестницы есть.